Министерство национальной экономики предлагает создать экспортную корзину из 116 товаров и услуг. К уже действующим экспортным товарам, как продукты пищевой промышленности, минеральные и химические удобрения, добавится текстиль, в частности детская одежда. Кроме того, в министерстве намерены увеличивать сбыт лекарственных средств, медицинских изделий, различного вида стекла и других строительных материалов. В то же время к перспективным услугам отнесены транспорт, туризм, финансы и деловые услуги, а также образование, медицина, космические услуги и испытания космических аппаратов. Для увеличения доли экспорта в министерстве, помимо корзины товаров и услуг, предлагают создать единого оператора. Предлагается закрепить статус единого оператора по продвижению экспорта и предоставлению финансовых услуг за недавно созданной национальной компанией «Казахэкспорт», которая должна в этой части действовать по принципу единого окна. Согласно мировой практике, внедрение именно единого окна предоставляет возможность государственным органам, институтам развития повысить свое качество и обеспечить сокращение процедур для экспортеров, соответственно, повышая их эффективность и конкурентоспособность на внешних рынках.